Проделав немалый путь в научной работе, в 1982 году Анатолий Юницкий описал предпосылки возникновения общепланетного транспортного средства в одной из своих статей. Большинство технологических процессов гораздо эффективнее сможет протекать в космосе. Массовое производство поднимется на новую качественную ступень. Чтобы все это осуществить, космический транспорт должен иметь не только пропускную способность в миллиарды тонн, но и низкую себестоимость. День сегодняшний, июль 2017 года. Тысячи людей из многих и многих стран мира съехались на второй экофестиваль в Мариной Горке, Беларусь, чтобы своими глазами увидеть действующий струнный транспорт и несколько видов трасс. Не нужно быть специалистом, чтобы оценить реальную скорость юнибайка, увидеть лично доступность транспорта, его простоту и удобство. Понять, что именно этот транспорт здесь на Земле – первый шаг к заветному общепланетному транспортному средству. Генеральный конструктор закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Анатолий Юницкий лично рассказал всем желающим об инженерных решениях технологии SkyWay, ответил на многочисленные вопросы в формате открытого микрофона. Была продемонстрирована работа и текущие скоростные характеристики промышленных образцов подвижного состава. Впервые были показаны двухвагонный 48-местный бирельсовый юнибус, грузовой юнитрак уже в движении и новая провисающая путевая структура. Что может быть лучше, чем увидеть воочию прогресс в развитии струнного транспорта и стать частью праздника, где присутствуют тысячи людей из нескольких десятков стран? Все желающие также смогли посетить музей SkyWay, отправить открытку друзьям прямо из экотехнопарка и отведать полевой кухни. Всех, кто не доехал, ждем в 2018 году на третьем экофестивале. Совсем скоро, всего через год.